Сьогодні ми поговоримо про тренди 2019 року, а познайомить нас зі світом весняної моди дизайнер Аліна Потівцева. Аліна, розкажіть, будь ласка, як ви взагалі почали займатися дизайном? Чи є у вас дизайнерська освіта? Чи це було так за подихом, за бажанням, якимось внутрішнім? Нет, по образованию я журналист, если говорить о дипломном образовании, а вот, скорее всего, наверное, за внутренним покликанием, по-украински, да, это так звучит, и, наверное, даже не совсем дизайнер, а творец. Я люблю что-то создавать, мне интересен процесс создания, процесс созерцания результата, а вот поэтому, наверное, и нашла себя на данный момент в этой отрасли, и работаем над усовершенствованием. А як давно ви займаєтесь дизайном? В этом году нашей торговой марке, будем, да, это так называть, будет 5 лет. Поэтому вот официально 5 лет уже. Будь-яка робота залишає слід на людині, і в підсвідомості все одно є якісь зміни. А скажи, будь ласка, чи буває таке, що ти йдеш по вулиці або їдеш транспортом і помічаєш дівчину, в якій би тобі щось хотілося б змінити? Можливо, переодягнути, або навпаки, ти думаєш, боже, як красиво все підібрано, чи зняти це взагалі потрібно, спалити і вдягти щось нормальне. Буває таке? Знаєте, буває, але немножко в другому направлінні. Я часто по вулиці бачу, якщо красиву дівчинку, от мені хочеться її одеть, сфотографировать красиво, показать миру ее красоту, приукрасить. Таких ощущений переодеть не возникает. А одеть, показать, приукрасить, да, возможно. А чи є у тебе улюблений дизайнер? Можливо, твій кумир або декілька? Следовать, кому-то подражать – нет. Я, возможно, такой сторонник старой школы. Я вот, например, люблю моду прошедших, ушедших времен, да, вот Коко Шанель, например. Вот те времена, когда что-то создавалось, что-то придумывалось новое, то, что носим мы до сих пор, то, что внедрили в послевоенные года, вот я фанат этих людей. А если говорить о современной моде и конкретно, например, о украинской, то мне очень импонирует то, что делает и как это делает украинский дизайнер Катя Сильченко. Вот у нее есть бренд The Code, называется, они вышли на международный уровень сейчас, очень хороший. Вот то, что делает она, это вау, и она одна из немногих украинских дизайнеров, чей стиль и чей имидж мне импонирует. А что тебя надыхает? Звідкля ты черпаешь эту энергию? Меня вдохновляют люди. И меня сложно вдохновить, удивить цветочком. Есть у дизайнера там пострельный цветочек, все, у них там коллекция в голове, там растениями, деревьями. Нет, меня вдохновляют люди, их поступки. Я трішки підготувалася до нашого діалогу, для нашого сюжету і передивилася в інтернеті тренди 2019 року, що стосується весняної моди. Зараз я буду називати цей тренд. Твоє завдання просто говорити так чи ні, погоджуєшся ти з цим трендом, чи імпонує він тобі, чи все ж таки особисто для тебе це не є таким важливим і популярним, і від цього можна було б відмовитись. Тож, поїхали? Да, домовились. Хижацький принт? Да. Total denim? Да. Вініл та латекс? Нет. Плюсована спідниця? Да. Шкарпетки та туфлі? Нет. Шовкові платки? Да. Класика та спорт у одному образі? Да. Дуже було приємно поговорити з тобою про такі теоретичні нюанси. Ну, а тепер я пропоную перейти вже до твого шоуруму і переглянути, які образи ти для нас підготувала. Так, звісно, пойдемте. Аліна, я в захваті від твоїх робіт, які представлені у шоурумі, і хочеться вже побачити перший такий зібраний лук. Спасибо большое. Да, я сьогодні приготовила для наших зрителей, для вас несколько образов в рамках тех тенденций, которые будут модны в сезоне весна-лето. Поэтому давайте от слов перейдем к практике. Я позову сейчас Настю, это наша модель, она нам продемонстрирует первый образ. Аліна, розкажіть, будь ласка, які тут інновації у цьому образі і що саме ви вигадали? Смотрите, сейчас в рамках сезона, который грядет весна-лето, будет очень модный голубой цвет. Проанализировав все показы, сейчас вот была уже неделя моды в Милане, сейчас идет Париж. Очень много дизайнеров используют в своих коллекциях голубой цвет. Он символизирует
мир, светлое небо, светлые оттенки. Вот. Я решила его также применить. Вот в данном образе здесь у нас есть не только голубой цвет, а и вареный деним. Возвращаясь к 80-м, 90-м годам, вот где было модно такой джинс вываренный, выстиранный, выбеленный. Вот это то, что будет очень модно этой весной, этим летом. Мы применили его в платье. Ну и, собственно говоря, многослойность. Вы можете увидеть, что это свитер, платье-свитер, одетое поверх платья. И составили вместе вот такой целостный образ, который очень легко трансформировать. Вот что касательно, вы задали вопрос инноваций. В этом образе очень просто снимается свитер. Вот под низом это у нас не юбка, это у нас платье. То есть вы снимаете свитер, остаетесь в платье, и это уже такой себе образ для похода в ресторан с любимым человеком. И опять же, все касательно погодных условий. Холодно, вы свитер одели, жарко, вы свитер сняли. То есть и все очень просто, гармонично комбинируется между собой. Поэтому, дорогие зрители, не забывайте, что вы можете фантазировать и с помощью одного простого свитера или свитера платья создавать разные образы. А для якої дівчини може підійти такий ніжний блакитний колір? Чи це універсальний колір, який підходить будь-кому? Кому-то підходить більш холодний голубой цвіт, кому-то більш теплий голубой, там, з легкою желтизною, но в цілому голубой цвіт йде всім. Єдине, що такий образ буде более носибелен для девушек с ростом где-то от 1,65 м, 1,68 м, потому что девчонки, которые ростом пониже, вот этой вот многослойностью они будут еще скрадывать свой рост. Хочу запропонувати насолодитися саме цим образом, як він буде виглядати з усіх боків. Настенька, проведжаємо вас переодягатися у наступний лук і будемо запрошувати наступну модель Анастасію. Подивимося, який другий образ, якого кольору і що саме ви для нас підготували. Так, звісно, пропоную перейти ко второму образу. Розкажіть, Ірина, що у нас тут представлено? Я бачу, у нас є кепочка, є сумочка з поясом. Це, я так розумію, єдиний компонент, і сумочка, і пояс в одному комплекті. Да, ви абсолютно праві. Значить, другий образ ми зробили акцент, правильно ви замітили, на аксесуарах. Весна, літо – це якраз то саме время года, коли потрібно активно користуватися аксесуарами, тому що зимою, осінню, під куртками, під шубами не зовсім цього замітно. В цьому сезоні також дуже багато використовується. Используют дизайнеры кожи, но не кожи, а эко-кожи, потому что сейчас все у нас борются за природу, за ее целостность и сохранность, и потихоньку уходят от натурального меха, от натуральной кожи, и дизайнеры вот используют искусственную кожу. Вот у нас представлена кожа на кепке, на поясе и на кармане. Также это лавандовый цвет, это тот же цвет, который ассоциируется у всех с весной, с летом, поэтому он, я не могу сказать, что это тренд этого сезона, он повторяется из сезона в сезон, где-то в большей мере, где-то в меньшей мере, но в любом случае всегда все его используют, и он также подчеркнет приближающееся тепло и вот женственность и нежность. Я хотіла ще запитати стосовно аксесуарів. Я бачу, на сумочці у нас є пір'ячко. Це теж такий 2019 року тренд? Да, в этом сезоне очень будет модно этника. Это интерпретация этники на новый лад. И вот перья – это один из элементов этой интерпретации, которые добавляют в образ вот этой вот этники и делают его, в принципе, достаточно трендовым и достаточно модным. Тоді я пропоную помилуватися нашою моделлю і тим одягом, який на ній представлений. Перший і другий лук у нас такий вишуканий, ніжний, повітряний, весняний-весняний. А взагалі доречно весени вдягати сірий колір, або чорний, або коричневий, якісь темні відтінки? Чи краще все-таки акцентувати увагу виключно на світлих тонах? Да, конечно, это возможно, особенно если девушка любит эти цвета. А как это правильно сделать, мы покажем в нашем следующем образе. Поэтому мы проводим Асю.
и перейдем к следующему образу. Аліна, розкажіть, будь ласка, що у нас тут такого цікавого і особливого саме у цьому луці? Ви задали мені вопрос о чорних, о сірих, о темних оттенках. Да, їм бути також і літом, і весною, але один важливий елемент, в будь-якому випадку, чорний цвіт потрібно розбавляти. В даному випадку цей образ ми розбавили білою обувью. Біла обувь – це несомненний також тренд сезону весна-лето. От шлепані, сандалі, сланців, закінчивая ботинками, сапогами, які також ми носимо ще весною. Да, білої обуви, да, а в сочетанні з чорним луком вона смотрится, ну, виграшніше в 100 раз. Очень модно буде, красиво, стильно, якщо під этот низ одеть какой-то кружевной бельевой топ. Это может быть бра бельевое, это может быть топ, вот в прямом смысле этого слова, а для самых смелых будет еще круто, если расстегнем пиджак, и это бельевое бра будет на показ, но, конечно, это должно быть уместно, это где-то уже на вечеринке, в клубе, то есть, конечно, на работу мы так не ходим. Тоді просто насолоджуємось и милуємось. Зважаючи на те, що цей образ темного кольору, але все одно така ніжність і легкість, жіночність в ньому присутня. А якщо дівчина полюбляє ходити в спортивному одязі, або, наприклад, хоче ввечері вийти просто на прогулянку з подругами і якось зробити свій одяг більш простим, таким спортивним, скажімо, є такий варіант у вашому арсеналі? Звісно, і такий варіант також мається. Я сама любитель спорту, тому це для мене основний з критеріїв і требувань к одежді, щоб вона була максимально комфортною і чуть-чуть спортивною. Зараз я покажу вам, як це можна трансформувати і красиво обіграти в наступному образі. Тому ми Асю проводимо і приступаємо до наступного образу. Вау, я бачу, у нас знову повторюється ця тенденція пір'ячка, яка у нас була у другому образі присутня. Ну, розкажіть нам про цей лук. Мы заговорили с вами о спорте. В данном образе элементы спортивного и такого достаточно спортивного гардероба – это худи. Худи с капюшоном, кенгурушка, то есть оно вот здесь вот с карманом. Это такой очень-очень спортивный элемент. Но для того, чтобы мы совсем с вами не ударились в физкультуру и люди, проходящие на улице, не подумали, что вы идете с тренировки, мы должны не забывать делать акцент на цветах. В данном образе мы выбрали, опять же, весенний, сочный, светлый цвет. Я его называю Тиффани, ну это мята. Все дизайнеры уходят от вот рваности сильной, используют более классический джинс. Вот наши джинсы, они выглядят так. Обязательно завышенная талия, все помнят, да, что мы за красивую девушку, завышенная талия, высокие ноги, ноги от ушей, поэтому используем этот элемент гардероба для того, чтобы подчеркнуть и удлинить ноги. Взагалі сама сумочка, її ремінець, і це пір'ячко, і ці перлинки, вони дуже жіночні і, можна сказати, класичні. Тобто ви все-таки за поєднання спорту і класики? Да, безусловно. І я не тільки за, я і наших зрителей закликаю, і вам советую использовать і міксувати такі елементи, тому що, наприклад, с такой сумкой легко можно пойти в ЗАГС на роспись, если она будет классическая белая. Но потом вы приобрели сумку, сходили с ней, со своим будущим мужем в ЗАГС и положили на полочку. А смысл? Поэтому я рекомендую вот миксовать в таком варианте, для того, чтобы сумка выглядела менее активной, менее агрессивной, менее нарядной, комбинировать такие вот нарядные элементы гардероба и образы с более спортивными вещами. Также хотела бы обратить ваше внимание на кроссовки. Вот массивная подошва, это тоже тренд с прошлого года, назывался он ugly shoes, с английского языка в переводе, что уродские кеды, вот как бы в дословном переводе. В этом сезоне от прям уж таких уродских все дизайнеры уходят, но массивную подошву они оставляют. Тогда запрошу Анастасію продемонструвати цей образ. Hey.
Дякуємо тобі, Аліна. Я впевнена, що цей майстер-клас надихнув наших глядачів на створення неперевершених весняних та ніжних образів. Тож до нових зустрічей на нашій фешн-рубриці. Hey.